В историческом центре Праги, Старе Место, на Староместской площади стоит средневековая ратуша, построенная в 1338 году. Именно на ней и находятся средневековые башенные часы, пражские куранты или пражский орлой с двумя циферблатами. Они являются третьими по возрасту астрономическими часами в мире и старейшими до сих пор работающими. Часы создавались поэтапно. Верхний астрономический циферблат сделан в 1410 году. Нижний календарный циферблат и первая движущаяся фигурка смерти созданы в 1490 году. Затем уже часы дополнялись другими фигурками. Особенно привлекательным выглядит театральное представление движущихся фигур пражских курантов, которое происходит каждый час. В двух верхних окошках по очереди появляются 12 апостолов. Скелет звонит в маленький колокольчик, двигаются и другие фигурки. Затем слышится крик золотого петуха, окошки закрываются и раздается бой курантов. Верхний астрономический циферблат показывает старочешское, вавилонское, среднеевропейское, звездное время, время восхода и захода Солнца, положение Солнца и Луны среди созвездий, входящих в зодиакальный круг, а также фазы Луны. Нижний календарный циферблат позволяет определить день и месяц календарного года, день недели и постоянные праздники христианского календаря.